Anastasia, în ce constă acest eveniment și de ce ați decis să veniți aici în, parc cu ocazia lansării festivalului Curcubeu peste Nistru? Сегодня здесь, в парке, мы собираем обращения, видеообращения людей, которые разделяют принципы равенства прав человека для каждого в этой стране. Мы хотим записать месседжи, обращения поддержки ЛГБТ-людям в Молдове. Любой желающий может прийти и оставить свое обращение, как к членам сообщества ЛГБТ, так и к близким и к обществу в целом. Наша основная задача – показать ЛГБТ в Молдове, что есть люди, которые поддерживают их. И на самом деле гомофобия нам во много преувеличена. То есть нам постоянно внушают, что 99% населения Молдовы являются гомофобными и категорически против геев и лесбиянок в этой стране. Это не так. Есть очень большое количество людей, которые готовы поддержать, которые готовы высказаться, которые готовы разделять равенство прав человека для всех. И мы разместим эти видеообращения на нашем сайте eGalMD, который мы запустили 5 февраля этого года. И у нас уже более 50 видеообращений от совершенно разных людей, от родственников, от друзей, членов сообщества ЛГБТ, от публичных людей, от журналистов, от правозащитников и так далее. Мы надеемся сегодня пополнить нашу коллекцию видеообращений и, кроме того, хотим еще раз обратить внимание на то, что есть такой онлайн-ресурс, который доступен для всех, который доступен и для прессы в том числе, и пресса может использовать все видеообращения в своих репортажах. V-a reușit acest lucru? Care sunt reacțiile cetățenilor, trecătorilor? Și dacă se întreabă, sunt curioși oamenii să afle despre evenimentul ăsta? Ну, мы пока записали только 3 видеообращения, и, в принципе, большинство прохожих не знают, о чем идет речь, то есть и мы никому не предлагали. То есть сюда приходят люди, которые знали об этой акции заранее, специально для того, чтобы оставить свое видеообращение. А так, чтобы подходить к людям и предлагать им записать, мы этого не делаем. Crezi că societatea noastră este pregătită să vină chiar și cu un mesaj de susținere pentru comunitatea LGBT? Я думаю, что да, и доказательством тому являются те обращения, которые у нас уже есть. И мы видим, что и геи, и лесбиянки стали более открыты и готовы сделать каминг-аут и рассказать свои личные истории. Мы их также собираем на нашем новом сайте. Я думаю, что чем больше у людей будет информации, чем больше они смогут увидеть и узнать обычных геев и лесбиянок Республики Молдова, тем больше будет людей, готовых открыто их поддерживать. În acest an ați decis să organizați un marș în susținerea persoanelor LGBT, să promovați valorile tradiționale. De ce ați ales acest mesaj? Мы назвали наш марш в этом году ЛГБТ за традиционные ценности, потому что очень часто эти самые традиционные ценности либо используют против наших бенефициариев и нашей организации, либо обвиняют нас в том, что мы пытаемся их разрушить. Мы хотим показать обществу, что ЛГБТ также разделяют традиционные ценности, такие как любовь, семья, взаимоуважение. Для нас это тоже очень важно. И эти обвинения в том, что мы хотим что-то разрушить, они на самом деле ложные. Многие ЛГБТ поддерживают те же самые традиционные ценности, что и остальные граждане этой страны. К тому же среди членов нашего сообщества есть верующие люди, которые разделяют и религиозные и традиционные ценности. Primăria încă se gândește cu privire la asigurarea securității și acestui marș, dacă vor decide să schimbe locul acestui eveniment. Veți fi de acord? Ce veți întreprinde? Завтра у нас состоится встреча с полицией, где мы будем обсуждать меры безопасности для участников марша. Что касается примарии, мы открыты к дискуссии, мы открыты к обсуждению. Конечно, все зависит от того, какое место нам могут предложить взамен. Естественно, мы будем настаивать на центре города, потому что это наша задача – выйти в центр города. Это будет
марш, это не будет какой-либо парад, то есть люди будут одеты в цивильные одежды, мы будем иметь с собой плакаты, флаги и так далее, и мы не видим никаких препятствий к проведению этого марша в центре города. Faptul că unele din motivele schimbării locului este că sunt anumite petiții, nemulțumiri din partea organizațiilor creștine, este unul justificat în cazul vostru? Для нас главное то, что мы имеем право воспользоваться нашим правом на свободу собраний. То есть право на свободу собрания, оно для каждого гражданина этой страны, также оно есть и у нас. И никакие петиции и никакие недовольства не могут стать причиной для отмены проведения публичной акции, поскольку это наше законное право. И если есть недовольные, их право организовать свои какие-то публичные акции. И уже дело властей и полиции обеспечить безопасность между манифестантами и контрманифестантами. Мы не против других мнений. Мы уважаем мнение каждого человека. Другой вопрос, как эти мнения высказываются. Когда дело доходит до речей ненависти или до агрессивных каких-либо нападок, то здесь уже должны вмешаться правоохранительные органы и предпринять соответствующие меры. А так мы считаем, что каждый человек имеет право на свое мнение и свои отношения, к чему бы то ни было. Ani trecut, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului deja s-a exprimat pe marginea unui dosar când a fost interzis acest marș de către primărie. Crezi că în acest an situația se va schimba, primăria va lua o altă atitudine? Мы очень надеемся, что этот проигрыш для Молдовы в Европейском суде по правам человека станет хорошим уроком для нашего правительства, что в этом году они обеспечат право на свободу собраний. Помимо этого, большое количество международных гостей будет принимать участие в нашем марше, будут принимать в нем участие также и представители посольств, посольства Швеции, посольства США и приезжают депутаты Европейского парламента. Я думаю, что в данной ситуации, в данном случае просто Молдова не должна ударить лицом в грязь и показать, что она является демократической страной, в которой уважают принципы равенства прав человека.